Всем добрый день, добрый вечер, смотря в какое время суток вы это смотрите. Сегодня будет немного странное видео для моего канала, для моего влогового канала. Все равно это видео снимаю на iPod, но оно немного странное. Смешается нормально. Неделю назад, а точнее на этой неделе, закончили просмотр всех моих летних влогов. Весь мой летний тур вы посмотрели. И, в общем, так как я приехала из Европы, и сентябрь, который уже пролетел, октябрь и ноябрь, которые еще впереди, буду путешествовать по России, по нашей Рашке. И я такая решила, надо немного поменять свою тенденцию влогов, чтобы вам немного было интереснее. Как же я это сделаю? Я поставлю штатив и фотик, логично. И буду сидеть, разговаривать с вами и рассказывать про свои путешествия. Безусловно, как и во влогах, вставлять все кусочки, которые я сняла в том или иной стране или в том или ином городе. Вот. Я считаю, что это будет более интересно для вас. Безусловно, какой-то экспириенс для меня. Что я думаю, что это более интересно, чем просто влог. В данный момент в сентябре я ездила в Питер. И именно следующее видео у вас будет из Питера уже в новом таком, можно сказать, стиле. И надеюсь, что вам он понравится. Потому что я считаю, что это оригинально оригинально. Вот, пока что я над фоном думаю, но вообще я думала снимать видосики на фоне моей фрески, что я делаю сейчас. Это будет немного неудобно для меня и, в принципе, я думаю, для вас, потому что фреска все равно вся не влезает. Так что над фоном я еще подумаю. Это было видео, планированное видео-влог. Я вам рассказала просто о новостях. И завтра я же уезжаю в Нижний, потому что у меня начались октябрьские каникулы, и эти октябрьские каникулы я потрачу на Нижний и Суздаль. И если вы хотите посмотреть мои прошлые влоги из Нижнего и Суздаля, зайдите на мой канал, или же я вам оставлю ссылочку внизу. Я был уже такой тур летом, прошлым летом. Какие дела? Что ж, надеюсь, что вам понравилась хоть чуть-чуть моя новость. Моя рука трясется. И спасибо за то, что вы смотрите меня. Спасибо вам за этот просмотр этого видео. И да, ждите новых видео, новых каких-то моих влогов в новом стиле. А с вами была я, Лиза Фокс. До скорой встречи. Потому что увидимся мы уже совсем скоро в моем новом путешествии. Всем пока-пока, я вас люблю, целую. А еще моему каналу год. Но это если что так. Ну-ху, я уже 2 года снимаю влоги, которые, надеюсь, несут интерес для вас какой-нибудь. Пока.